Днем выпустил я их. Три кошки, да пока загнал их в подпол, да закрыл. А эти бьются охотой им сюда. Вот неудобство, конечно. А там у них малышок один есть. Он там сидит. Сейчас я его вытащу сюда. Подожди-ка. Подожди маленько, подожди. Вот он, где он там есть, а? Где он там сидит? Ох. Вот он где. Вот он где пришел. Махонький такой совсем. Вот. Давай. Ну-ка, давай. Давай, ешь. А вон, вот он забился куда. Ой, крылышки-то какие. Ну, никакие еще. Сегодня 2 апреля. Вот они, куда. Там глина с песком, соль и мелко накрошенная шелуха из яиц куриных. Они опять уже гнездиться начинают. Он только-только поднимается, малыш вот этот. Они опять уже третий выводок готовят. По 2 яйца, но один бывает болтун там, но один-то есть. Вот это. И стрепещет крылышками, так он просит есть. Но еще даже не пищит, видно, голоса нету. А может, я не слышу. Вот это рядом с ним. Вот белая спинка маленечко вот здесь. Вот это отец. А это мать. Торопится поесть. А он сидит, он какой он, никакой. Его в руки берешь, он как будто бы так студень какой-то. Скорее пить надо. Так, замочило все это. Там у них тоже есть внутри. Но им нравится здесь. Знаешь, он как он. Не ходить не может еще ничего. Едва-едва только. Ну, уже через неделю и две он крылья покажет. Знаешь, какие у него крылья-то. Вот он как, помаленьку начинается. Ну вот. Он клевать не может, ничего не может еще. Могут начать кормить его. Потренироваться надо, видимо. Как. Там. Уже крылья-то застоялись, им нужно. Вот она как. Тренируется. Разминка идет. Мне трудно лазить одному кошек, пока я достал. Вот она, это мать. Долго сидит и вот все машет, машет. Вот такая гимнастика. Ну, все-таки, эта комната-то маленькая. Это... Но если этого размера клетка была бы, то это вполне достаточно, если бы ничего больше не было. А тут натянуты веревочки разные, вот она видно. О. Вот сейчас они смотрят на меня. Она ластится к нему, чтобы он снова потоптал ее, осеменил. Опять туда же баночка с солью.
стоит там глина, песок. И вот они все время туда раз и забегают. Это под ногами у меня, я тут сижу. А повыше это вот стол, я закрываю пипетр, чтобы клавиатуру там не запачкали. А то чистить очень трудно будет. Ну и вот сейчас пишу ответ. Один мне из Греции написал, хотел мои книги выписать, а священник говорит, а на них стоит, что по благословению патриарха. Ну, я сейчас им отвечаю, что патриарх, прежде чем давать благословение, он должен прочитать. Ну, возможно ли это прочитать? Притом, какие, неважно, какие книги, все, только что патриарша, если стоит, Гундяева, Кирилла, Михайлова, тогда можно читать. Я тоже даю данные. Вот на 2 апреля в мире вышло 640 там, тысяч, больше полмиллиона книг. И как он может читать их? Вот, и тогда и газеты надо не читать, а газеты речь идет о миллионах, о сотне миллионов. И так что, ну, такая статистика есть. И не доверять-то нет основания. Как? Он не может ни клювом клюнуть, ни еще. Клюв-то здоровый. Они даже не глядят на него. Опять побежала туда. И поэтому все я называю это липой. Даже на которых стоит уже по благословению патриарха, он их в руках не держал и не видал. Это невозможно. Ну, один том у меня прочитать, 752 страницы. Так это надо понимать еще, не просто тарабанить. Там ссылок в каждой книге 3000 мест из священного писания. Он должен знать, к месту или не к месту, правильно или неправильно. Ну, что ты говоришь, дурь одна, манкуртовская. Патриарх одобрил. Совершенно мозгов нету у людей. Он не может это физически сделать. Даже если синод этим займется, не может. Если все люди, истинно верующие, которые еще читать умеют, и тоже не смогут сделать, полмиллиона книг проверять, тем более они прибываются каждый день. Ну, речь идет о в мире. Вот и весь ответ. Как можно дать благословение на какое-то такое дело, там угля привезти еще, он скажет, ну, чтобы не замерзли, привези. У него своя жизнь. И будет он сидеть, смотреть, там, я ему век и не нужен. А что? Значит, мозги совершенно у людей отшибленные. Так, для понту, как говорят, показать. Патриарх одобрил. Да он в руках не держал, где написано. Патриарх Алексей. Ну, там, какое у него зрение? Какие-то там стихи кто-то напишет. И вот все по благословению патриарха. Тут уж, ну, совершенно никакому надо быть, чтобы думать, что патриарх бы сидел там, что мы писали, он бы проверял. А на книгах-то посчитай, сколько везде. Он одобрил издание Библии. Да там половина, может, искажено все. Даже и Библию-то проверять надо. Там буква М и то кверх ногами стоит. Чего только нет там. Издали псалтырь. В одной псалтыре я насчитал, сколько ошибок. Даже слова не те стоят. Они похожие, но не те. Даже это-то и то надо считать. Считать с хорошим зрением. И даже одну книгу. А вы какую бы одобрили? Да никакой. Это обман. Сам смотри, считай, сравнивай. А это так. Патриарх одобрил, значит, какая бы каша там ни была, какой бы пакости ни насыпали в чашку, я съем, потому что сверху подписано, что патриарх благословил. А дальше хорошее берешь, а там не написано. Ну и все, тогда можно не считать. Ведь вот как православные. Это никакие совсем люди. Как вот Роспотребнадзор поставит печать, значит, ешь. Ну, а боярышникам кто отравился? Его уже выпустили, но не по назначению его применили. Ведь речь идет не о двух человеках, как написали Бисмарк. Говорит, мне ничего не надо, боярышника побольше дайте, и все, и Россия завоевана будет. А это книга, целая книга. Да у него своя жизнь. Ну, от силы он... Час один. Да не будет он сейчас считать, даже этого не будет. Это все фальшь. Стопроцентная ложь, обман. А ложь всегда от дьявола. Он лжец, а отец лжи.
Это можно запомнить. Евангелие от Иоанна 8:44. Вот все. Вот особенно, что у тебя сейчас вот голубенка в это, вот он только что вывелся, там 2 недели вот, может быть, есть ему. И он, у меня сейчас скажу, все это ест с родителями вместе, но это обман. Он не может этого сделать. Никак. Просто не может. Его они будут кормить через рот. Как по-русски сказать, сблевывает ему такое полупереваренное пища, называется птичье молоко, пищу. Вот он сидит, чтобы привыкал к свету. Я голубей это знаю. Или Роспотребнадзор проверять будет, что можно давать. Домашние выпечки нельзя. Это везде пишут. Это свои, из дома пирожки привезли. Он дома ел. Но если в лагерь приехал, там есть уже нельзя. Явное дело, что обман. Везде обман. Вот я показываю, тот без обмана. Вот они голубь, вот она ко мне подходит. И он тоже следом идет. Но это не означает, что они меня любят, и я их благословил. Вон она от меня меньше шага. Меньше шага. Ну вот я покажу, что видно было. Я стою вот на половичке, вот мои валенки такие рваные. Вот ему ничего не дают есть, потому что она свежая, видно, у них пшеница теперь. Горох тут, и они, он задохнется. Надо переварить сначала. А потом дадут. Видишь, трепешься крылышками. Если разрешили, значит, все разрешено. Как Андрей Дмитриевич Сахаров был сослан, к нему нельзя было подходить, приезжать, там, где с Казани. А когда уже разрешили, он приехал и встречает его в поезде, а корреспондент проходит, там, который тоже навстречу бежит. А где его встречают? Так можно идти? Нет. А милиционер стоит, кивнул головой: сынок, сегодня можно. Можно. А если не одобрил там усатый гуталинщик, людоед, то нельзя. Это смерть. Или этот бесноватый Хрущев не одобрил храмы ходить. Все. Антиминса отобрал 10 тысяч. Где они? Что в них заложено сегодня? Куда их дели? А если никуда не дели, отдали назад, то вполне вероятно заложены мощи этого лысого пигмея, которого не могут похоронить. Чудовище. Надо на все смотреть-то открытым оком во свете Библии. Вот сейчас я ответ этому даю в Греции. Знакомый Дмитрий хотел книги иметь, но сначала решил подстраховаться к священнику. А тот ответил, если, ну какой, экслибрис там стоит, патриарша-то. Он давно, он прикоснуться даже патриарх не имеет времени. 600 там с лишним тысяч книг. Это... Ну, сегодня ты за 3 месяца только вышел. За 3. Да книги-то еще год прошел перед этим. То есть это несколько миллионов книг. И ясное дело, что глупейшие, глупейшие слова гонят. Вот он где, попить надо. У них вот все стандартное. В горло не пролазит горошина, он раза 2 клюнет, а в рот не будет толкать ее. Вот крутится. Хотел что-то сделать, он покормить или что. Подошел ему, по голове провел, погладил и отошел опять. Так я его приучаю. В руки беру. А кто, если не знает, а откуда вы знаете точное число, где? Ну, статистика. Статистика это все говорит. Я сейчас вот перехвачу этот аппарат и покажу, где это и как идет. Ну, гули-гули, да что тут гули? Вот они. Метра нету, под ногами путаются. Вот они где. Сейчас я... Здесь войду. Вот она где идет. Вот сейчас я не просто так мне здесь это. Вот. 654 598 книг издано в текущем году. Газета распространена 311 миллионов 900
с чем-то, ну, мелькают цифры, мелькают просто, видно вот оно где. Это невозможно. Телевизоров продано сегодня в мире 426 за это время, в этом году. Мобильных телефонов продано на сегодня 3 миллиона 814 тысяч. Денег потрачено на видеоигры сегодня 175 миллионов 380 тысяч долларов. Интернет в мире пользователей сколько? 3 миллиарда 884 миллиона 990 тысяч. Ну и тут мелькают цифры, мелькают. Имейл отправлено сегодня за один день 154 миллиона 718 тысяч. Ну а дальше уже не просчитать. Это на сегодня. 154 миллиона. Ну, надо потерять, чтобы одобрил там это. В Твиттере за сегодня записи 443 миллиона. Ну, и дальше цифры мелькают. Поисковых запросов в Google на сегодня 3 миллиарда 670... А дальше мелькает цифра уже, мелькает. Миллионы, сотни миллионов, это за секунды буквально мелькает. Вот дальше. Сколько лесу, 61 параметр. И все это указано. А это, может, неправда. Ну, неправда, значит, неправда. Тогда правду ищи, сам подсчитывай. Вот так. Что интересно, имейл отправлено сегодня 154 миллиарда. Ой-ой-ой. Это сегодня за один день. Но явно дело, что триллионы тут за год-то. Все это техника подсчитывает. Вот тебе ИНН 666. Вот все пока на этом. Где он у меня? Вот он сидит. Вплотную я к нему подойти могу. Вот он сидит. Ой, какой хорошенький, да какой замечательный. Ой, давай, давай, я тебе носик подергаю. Он так любит. Это так его родители кормят. Он между пальцами сам уже дает. Маленький. Ой, гуля, 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 гуля. Да замечательный такой. Вот сейчас они пускай сядут. Я его туда посажу, и они к нему залетят. Вот они смотрят. Дикари. Я всегда держал в избе зимой. Они воркуют хорошо, породистые голуби. Ну, такие какие-то квелые, то болеют, а эти никогда не болеют. И вот их, естественно, природное, как заложено от Бога. Повторяю, сегодня это 2 апреля 2018 года. Страстная неделя. Клюнул хвост отца. Значит, он хороший, у него ноги целые. Вот так. Но кормить они его сразу не кормят. Боятся. Видимо, надо, чтобы переварилось у них маленько. Тогда они отрыгнут ему. Вот они где. Там у меня 3 кошки сидят в подполе. Он заглядывает туда. Там опасно. Она крылом его оттолкнула. Это надо же все понимать. Ой. Ну-ка, давайте откроем мы эту решетку кверху. А его я сейчас посажу. Да ты, никто не поймет, он или она, вот эта малышка-то. Вот все. Ну и все. Ну, вылазит. Ну еще вылазит. Пускай. Вот сейчас она кто-то залетит. А чтобы они могли залететь, я сейчас возьму семечек туда им дам. Они любят семечки. Ну и я их приману маленько. Вот здесь вот семечки так положу. Немножко. Ну, вот сейчас они должны здесь слететь. Вот они там наверху, на третьем, на Володиной постели. Она заправлена. Если что-то они там испустят теплое, то на бумагу попадет. Вот все на этом.